Мужчины каких знаков зодиака считаются мудрыми? Не каждому человеку дано обладать мудростью, и мудрых мужчин можно по пальцам одной руки. Согласно астрологам, в мире зодиака особенно мудрыми считаются представители трех знаков. Рак, прежде всего, это представители рака. Эти мужчины представляют собой загадочную и скрытную натуру. На первый взгляд они кажутся спокойными и молчаливыми, проявляя себя сдержанно и терпеливо. Однако, в то же время, их характер олицетворяет чувствительность и уязвимость. Мужчины-раки обладают осторожностью и предвидением. И их интеллект высок, и у них нетипичное мышление, что позволяет им успешно решать сложные задачи. Склонность к психоанализу позволяет им чутко воспринимать окружающих и находить подход к каждому. Они обладают великолепной эрудицией, хотя в то время как они часто сталкиваются с несправедливостью, они редко выражают свое недовольство. Водолей. Также можно отнести к мудрым мужчинам знака Водолея. Они выделяются сложным характером и нестандартным мышлением. Водолеи обладают богатой эрудицией и стремятся к оригинальному взгляду на вещи. Их уникальное мировоззрение подчеркивает важность личной свободы, иногда приводя их к временному одиночеству, которое они ценят. В этот период они занимаются самоанализом и проявляют мудрость в поисках своего предназначения. Хотя общество может считать их холодными и эгоцентричными. Водолеи также проявляют благородство, надежность и щедрость. Стрелец. Завершают наш рейтинг мудрых мужчин зодиака стрельцы. Энергичные и активные, они стремятся к разнообразию в жизни, всегда занимая активную позицию. Стрельцы любят приключения, путешествия и постоянно стремятся к новому знанию. Они обладают острым умом, обширными коммуникативными навыками и выбирают нестандартные профессии, проявляя любознательность и энтузиазм. Стрельцы честны, открыты и говорят только правду, но полная мудрость приходит к ним лишь в зрелом возрасте. В заключение, мудрость оказывает глубокое влияние на характер и поведение мужчин, рожденных под различными знаками зодиака. Раки проявляют себя как терпеливые и осторожные мудрецы, обладая нестандартным мышлением и чуткостью к окружающим. Водолеи, хотя могут казаться холодными, представляют собой необычных мудрецов с богатым внутренним миром. Стрельцы, энергичные и стремящиеся к новым горизонтам, обретают полную мудрость лишь в зрелом возрасте. Каждый знак зодиака приносит свой вклад в мозаику мудрости, предоставляя уникальные черты личности и подходы к жизни. Открытие мудрости у этих мужчин – увлекательное путешествие, и их характеры дополняют друг друга, создавая разнообразие в мире астрологии и психологии. Друзья, независимо от того, верите ли вы в гороскопы или нет, они существуют веками. Многие поколения смотрели на звезды и движение планет, чтобы улучшить различные аспекты своей жизни. Вы много можете узнать из своего гороскопа, сформировать вашу точку зрения и улучшить свою жизнь. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и не пропускайте новых выпусков. Не забывайте нажимать на колокольчик и писать в комментариях. Мы вас любим. До новых встреч. Благодарим за просмотр.